все напряжено. А ты боишься его? Немножко. Немножко. Ну, тебе надо немножко поколоть. Ну, може не колоть, як захочеш. Ну, лучше не поколоть, потому что ну, оно поможет. Ну, конечно. Я поколол и вообще там... Дивись, ты бачиш, тут все затянуто. Це все затянуто, я тебе все затянуто. Да, я сама даже ощущаю. А ты ще чувствуешь скованность, наверное, да? Что ты скована вся, да? Да. А сейчас тебя немного розковало. Угу. Вот, видишь. А ты часто панические атаки бывают? Ну, я не скажу, что часто, но... Ну, бывает. Да. Угу. Панические атаки из-за того, что мозгу питания не хватает, он паникует, все в сбое идет. Пульс поднимается, твое дыхание забывает, да? Да. И чего-то бояться начинается. Ну, это тебе все проблемы. Если ее не полечить, будут хреновые дела. Поэтому она эмоциональна. Тебе как раз ты за все переживаешь. Неуверенность у тебя из-за этого. Ты боишься рисковать, да? Ну, вот. Вона буде все. Получається, типа, мозг, короче, включив там програму самосохранення. Він збиває, ні, йому не хвата просто питання, мозу не хвата кислорода, і як з бою комп'ютер, він неправильно він подає команди. Зараз таких, як вона, просто куча. Просто куча. Даже 12-летний с паническими атаками, 10-летний у меня с паническими. Ну, потому что в телефоне они же, короче, не... Они все спазмированы, да. Они не снимаются, да, они не разминаются, не растягиваются, ничего не делают. Конечно. Вот у меня такая самая, но у меня еще нема цього. И тоже я уже на ней не справлюсь, следить за тим. Вот видишь, как все красно. Угу. Бачишь? Так, подожди, сейчас я тебя одену. Не переживай. Вставай. А что сейчас происходит? Я даже не чувствую боли в спине. То есть, то есть ну, все хорошо. Сейчас уже сразу боль прошла, да? Да, сразу прошла. А ну-ка прошу, пойдите. Ну, мне хорошо просто. То есть и ноги расслаблены, и спина расслаблена. И даже напряжение вот тут вот я не чувствую. Ага. Хорошо. Все хорошо. Уже вроде немножко тебя распрямило, да? Это уже выровнялось, да. Выровнялось. Это ж хорошо, Вероника, да? А ну-ка садись, типа не вдарься. Садись. Ожило. Подожди, сейчас вот так мы сделаем. Раз. Ожило. Ще може швидко встановиться. Чуть-чуть її даже повозить. Якщо зараз так швидко відбувається, то в неї швидко можна все встановиться. Якщо ти, звісно, будеш за компом сидіти. Та вона за компом компа і немає сюди, вона в телефоні сидить. Ну яка різниця? Телефон, комп, там, планшет. Телефон – це найхуже з усього. Що так? Зараз зріння опять почало ухудшатися. Зріння зараз улучшиться. А на сколько стал у тебя в час зрения? Ты не проверяла? Ну, бачишь, что оно хуже, да? Да. Ну, просто поправляла там взгляде, там, в прошлом году, да? Да. Что поправляла? Ну, это взгляд клиника, что она ходила на процедуры, и все там... Вот, так не там причина. Причина вот тут. Угу. Глаза – то следствие. Глаза – это тоже мышца. Сейчас я ее даже массажну, и она сейчас может побачить сразу, что она лучше начала бачить. Ты далеко не бачишь, да? Близко бачишь, а далеко не. Ну хорошо, вот смотри, это я помял, да, дивися далеко, дивися в окно. Лучше стало бачить? Да, даже картинка чаще бывает. Ну вот, бачишь? Mm-hmm. Вот так просто это все. Просто надо поправить и убрать миофасциальный синдром. А ты на процедуры какие-то ходила. Там же что следствие лечили, не причин. То все следствие. Я знаю, потому что у меня сейчас он мальчику привели, там 6 лет, не может у него глазу так затянутый. Там и перекрученный він, и вальгус у него, и запор, и живот надутый. Только поправил раз сразу глаз, моментально. Уже. Да, и таких у меня детей много.
Что так, больно, да? Нет, тоже приятно. Ага. Це хорошо, що не сильно больно. Ну, тут оце больновато все. Ага. А у нас ще є жорстока баночка. Зараз ми перевіримо на тебе. Діти говорять, річка в неї жорстока баночка. Да, зараз перевіримо. Та ні, ну вона може тебе і не брати, а може почати боліти. А потім як поробимо, вона перестане боліти. Ось смотри. Больно? Ну подожди, сейчас нарастает. Не нарастает? Ну просто жестче начала ходить. Ага. И это? Ну, тебе она не жестока. Вони не выдерживают просто эту баночку, не только дети. Тут все тоже затянуто. Короче, Вероника, тебе можно быстро вывести из этого состояния. Поняла? Сейчас ей надо дать еще капель таких, чтобы она тоже попала. Компрессии поставить. Чего? Не, я вспомнил, как брат, короче, бахнул, короче, забыл, короче, каже, разбавлять водой этой кислоты. Кислоты? Так свежее дно в него выпадает, я ж... Я залив сразу, конечно, вдоволку. Каже, забыл. Что, зарлапил кислоту? Ну, не зарлапил там стаканчик. И без неразводу, да? Ну, это давай так. Бачите, это одному дам так. І на роботу не вийшов, не приїхав. Ні, ну я сповнив, потім зразу як затекло. Що треба було діяти, вже організм не розбавити. Хорошо так, да? Не жорстко. Хорошо. А ти ватна не ставиш? Ну ватна, як наче, ослабила. Так. Стала ватна, так? Да? А скованості ще менше прошу стало, так? Да? Да. А ти де вона в школі вчиться? Тут в Дніпропетровську? Так. Да. Ти тут і вчилась все время? Ну, проти Віталіки це школа. Та у нас 64. А, 74. Ну, проти вчилася. Все время ти вчилась тут, так? Ні, я не знаю. А? Год назад перейшла. А, то есть... Она ну, была вообще в Николаевской области. То есть мама. Ты перейшла в школу, и теперь это же тебе новые ученики. Ці, а себе... к новому коллективу я быстро привыкаю, к учителям. У меня особо контакт всегда на кожу с учителями. Я люблю высказывать собственное мнение. То есть тебе проблемы не с учениками, а с учителями? Да. Можешь ровно сесть? Расскажи, на кого ты хочешь учиться? Психолог. Ого. Ну, это нормально. Сейчас одни психологи, только через работу ты найдешь.